Покажу, как сэкономить на вагонке. Перед началом работ сначала выставляем по уровню нижнюю, а также ищем самую длинную сторону, для того, чтобы вставить в нее самую длинную штангу. Но мы одновременно шьем и более короткую сторону, для того, чтобы этот отход вставил сюда. Остальные отходы идут на вот такие кусочки, как там и там от окна. И самые маленькие отходы обычно в самом конце, вот на такие полоски уходят. Самые маленькие кусочки пойдут сюда. И вот такие кусочки остаются от досок. И то это даже не отходы. Вот так стыкуются. Надо торцевать каждую. Не забываем замерить посередине до стены. Тут до стены. И там до стены. Чтобы сыграть стыками, чтобы параллельно плинтусу шло. Тоже фишка. Вот добили все параллельно. И сейчас с этих врезков вырезаем полосочку. Сейчас ставим подоконнички, сначала ставится. Потом это откосик в него упирается. Ставим лайки. Подшлифовывается. И подписываемся. Вот такие окошки. Тут шлифанем. Ускорение. Вот. Закончили. Охуенно. Ай-яй-яй. Ссылка на инстаграм профиль есть в описании канала. Вы можете зайти, добавиться, и там мы сможем с вами общаться. Одноименная. Люминь.